Всем привет, мои подписчики и гости канала. Хотите приготовить такую же ароматную, нежную и очень вкусную паструму из курицы? Тогда смотрите этот видеорецепт и приятного вам просмотра. Для приготовления паструмы из курицы понадобится 5 мелких зубчиков чеснока. Чеснок измельчить удобным для вас способом. Чесноку добавить чайную ложку копченой паприки, чайную ложку простой паприки, 1/3 чайной ложки острого красного перца, 1/3 чайной ложки черного перца, чайную ложку молотого кардамона, 1/2 чайной ложки молотого кориандра, чайную ложку хмели-сунели и 2 чайные ложки оливкового масла. Смесь специй перемешать. Подготовить килограмм куриного филе и обмазать тщательно каждое филе смесью специй. Посыпать филе чайной ложкой соли и перемешать. Оставить куриное филе мариноваться 30 минут. По истечении времени филе выложить на противень с фольгой. Поставить филе в духовку, разогретую до 250 градусов, и готовить в ней 15 минут. Через 15 минут духовку выключить и оставить филе в ней до полного остывания. Когда филе остынет, можно вынимать его из духовки и наслаждаться вкусом куриной паструмы, после которой вы не захотите больше покупать колбасы. Благодарю за просмотр данного видео с рецептом. Поставьте лайк, подпишитесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго!